В Новочебоксарске сегодня на карантин из-за пневмонии. Закрыли школу, занятия приостановили по распоряжению Роспотребнадзора. Пока до 26 октября. Первого заболевшего госпитализировали еще в конце сентября. В его классе ввели карантин. Ученики занимались в одном кабинете, не участвовали в общешкольных мероприятиях. Каждый день их осматривал врач. Однако инфекция стала распространяться. В школе Новочебоксарска номер 17 в течение 3 недель зарегистрировано 9 случаев пневмонии. Первый случай госпитализирован ребенок 27 сентября. И вот и последний случай госпитализации 15 октября. Двое детей из 9 из одной семьи. 2 ребенка из одного класса. 9 Б. Все остальные дети из разных классов и живут в разных, по разным адресам. У всех детей забран материал, дабы определить возбудитель пневмонии. У 2 детей высеяна микоплазма. Это бактериальная пневмония, микоплазма, которая в данном случае вызвала это заболевание. За теми детьми, которые были в контакте по пневмонии, участковая педиатрическая служба ведет активное наблюдение.